Это было просто непередаваемые эмоции, если честно. Вот. У меня даже слов нет, как можно это передать, но это действительно буря эмоций просто. То, что мы вытащили такую игру, я понимаю, что мы многое можем, и мы действительно стали единым коллективом, что, ну, ближе никого нет в данный момент. И я думаю, что, ну, мужики не дадут соврать, любой скажет, что я просто уже обожаю этих пацанов, вот нечего сказать. Тебя негласно называют чемпионом мира по голам на последних секундах, и сейчас вот ты забросил ту шайбу, и сейчас так и должен действовать настоящий капитан? Да я не знаю, любой мог забить, как бы, ну, любой мог оказаться на этом. Ой, я не знаю даже, что сказать, просто повезло. Ну, повезло, наверное, всем нам, да, не только, ну, то есть всей России, ну, сейчас повезло. Что делали для того, чтобы повезло наконец-то? Ну, что делали, верили в победу, как бы все друг за друга играли, работали, закопали эти 4 шайбы, как бы сказали. То есть действительно, наверное, закопали, да? Да, ну, не получалось просто так, не шла шайба ворота, с бросков пытались, там, все с пятака было забито. С самого начала нам надо было играть, как мы играли в третьем периоде. Все на ворота, все лезть, команда Дании прижалась. Мы стали больше бросать, стали больше угрожать, стали допускать меньше ошибок в своей зоне. Вот результат, мы, как говорится, добились своего, чего хотели, добились победы. Вот этот третий гол, который влетел после счета 2-2, он, понятно, был немножко курьезный, там судья, да, в эпизоде поучаствовал. Но вот после него не показалось, что это все еще все-таки есть время отыгрываться тогда? Нет, ничуть не показалось, время еще было. Ни в коем случае мы не опускали руки. Ни при любом счете мы, не, еще раз говорю, не опускали руки, бились, сражались, понимали, что этот матч нельзя нам отдавать. Ну, достаточно нервная игра была. Вот. Датчане показали хорошую игру. Вот, и показали, что они очень достойный соперник, и не просто так они играют в этой группе достаточно, ну, давно. Вот, а нам дали хороший пинок под зад поначалу, вот, для нашего, так сказать, толчка. Когда петух клюнул, только тогда начали навал делать, которые начали уже, ну, которые должны были уже с первого периода начинать. В третьем периоде, я имею в виду, видели, ну, бросали там со всех позиций уже, чтобы она залетела. Тур как раз забыл с твоей передачи, и потом сразу холодный душ. Ой. Руки не опустились? Ну, честно скажу, это было серьезный такой холодный душ. Поначалу я сам был в шоке, просто тут резко сначала эмоции вверх, а потом обрубает все тебе под конец. Вот. Но все прекрасно понимали, что мы надо просто достать из любого места этот характер. У нас тут родители приехали нас поддержать, мы не можем просто так взять и уехать. И все просто в один кулак собрались, а лавочка просто на ушах стояла. Ну и нам удача повернулась лицом, и вот так вот.